Именно море кормило жителей юго-восточного побережья Персидского залива вплоть до начала 20 века. Арабы трепетно относятся к своей истории. Сегодня показывают лодки, на которых возили товары, ловили рыбу и занимались промыслом жемчуга. Этот бизнес приносил самую звонкую монету. Доходы позволяли развивать культуру и ремесла. Время от времени местные племена даже подстреливали друг друга, а это значит, было что делить. Однако, как только в Европах научились делать искусственный жемчуг, прибыльный бизнес сдулся. Эра использования нефти не принесла местным жителям счастья, а скорее обострила проблемы. В начале 70-х годов минувшего века Эмираты Юго-Востока Персидского залива заключили союз Объединенных Арабских Эмиратов. Каждую пятилетку, прожитую вместе, здесь отмечают как праздник. Ну, когда-то и мы так отмечали. Постоянно снижая объемы добычи нефти, да-да, снижая, Арабские Эмираты делают ставку на международный туризм. В любой момент в небе можно увидеть самолет с гостями. А как же море? А море теперь один из объектов туристического потока.